Томсон Фарулидзе, одна из самых красивых пар нашего проекта. Они нашли свой стиль и всегда пытались ему соответствовать. Когда Анастасия согласилась принять участие в нашем проекте, скажу вам честно, я сам выпустился.
Алиса Гребенщикова. Бесспорное открытие. Но... Татьяна Навка Вилли Хаапасалу на протяжении всего проекта шли в числе лидеров. По оценкам судей, они в финале стали третьими. Но вы своим СМС-голосованием отдали им второе место. Наш Вилли.